Сегодняшним видео я бы хотел вам показать, как мне опять просто фартануло на баксах, вот таких вот баксах. Вот тут на этой странице мы можем видеть то, что в 14 числа я уже продал 5 штук. Потом один бокс или два бокса еще на второй, третьей странице, которую я тоже продал. А сегодняшние 3 бокса, блядь, 3 бокса, которые мне упали просто с 3 ящиков подряд. У меня всего было 90 тысяч голды. Хорошо, что я включил запись и успел это заснять. Вот эти вот 3 бокса мне упали просто тупо, блядь, подряд. Я вот не знаю, как у всех падает, потому что вот в клане, сокланцы, я много кого знаю, которые жалуются, что, блядь, они уже наиграли, я не знаю, с самой обновы уже, блядь, 2 недели или сколько прошло, и им еще, блядь, ни одного бокса не упало, то что они не могут даже заюзать свой единственный ключ, блядь. Вот. Так что давайте перейдем к видео, и я вам это продемонстрирую. Такая, ну, помню. Так, есть Славик, есть Миша, есть Диабло. Блять, мне эти боксы заебали, блять. У меня уже штук 8 дропнуло за все время. Я уже, блядь, 6 штук продал, нахуй. И второй подряд, нахуй. А ты сколько всегда крутишь, Лёха? Второй кейс подряд, я хуею. Ну-ка, третий кейс подряд! Я ебал! У меня всего было 90 косарей, и мне упало 3 кейса, блядь, с трех пиздец. Я миллион прокрутил, ни один кейс не вытащил. Дайте ему репорт за накрутку. Жестко, Можно блядь. я его кикну с клана, ребят? Никто не против, да? Чего? Никто не Я, против, короче, пацаны, я, короче, блядь, это. Пожалуйста. Буквально за дня 3, наверное, мне бокса, я не знаю, штук 6-7 упало, короче. Я их тупо по 25 или по 30 центов за каждый продал, блядь. Хуяк, так 2 евро просто за хуй собачий. Я тоже продавал, где-то 2 сотки поднял. В смысле, 2 сотки рублей? Да. А. Ну, по 15-20 рублей стоит. Блядь, жалко, что еще больше нету этого голды. Так бы еще бы крутанул, прикинь бы, так, блядь, штук 5 подряд упало. Ага, потом упало, тебя лопнуло. На жопу думал. Мне 3 подряд упало, сейчас. Ну я понимаю, еще куда тебе 5 блин, подряд. И это заснял. Поздравляй! Все, блядь. Hello, YouTube. Передаю привет маме. Да, передаем. Я, короче, передаю привет всем, кого знаю. Передаю привет Диме, мистеру Диаблу, это мой самый лучший друг. Ну и спасибо. Тут должна быть только одна звезда. Да, жесткая тема. Так, я на единицу. А почему у нас одинаковые шансы на победу, если они все галки драны? И они даже не умеют убивать на единицу. Значит, проценты побед одинаковые. И равные. День один там же. Еще один может быть на единицу. Даш, они что, АФК стоят? Яма ушел. Один. Они АФК стоят? Так, так, Нет. так. Последний около ямы. И еще давай один. Могите на Блять. Силу. А, ёпт. Тупак, тупак. Сейв. Не повезло. Ай, снайпер. Есть там. Она сама берет. В сторону ямы пошел.